Що таке містика? Мистика – это, наверное, что-то такое, что-то такое непривычное для нас, того, чего просто нету в реальной жизни. Мистика – это что-то загадочное, например, драконы, их не существует, это, например, доказано. Это мистика, то есть вот так вот. Мистика – это про паранормальные явления. Иногда случается из-за того, что человек, у него что-то ненормально с психикой. Мистика – это то, что какие-то мистические штучки происходят, то есть что-то связано со страхом, может быть, как-то связано со страхом, может быть, это может повлиять на человека. Например, если ты сам остался дома, мне всегда немножко даже страшновато, потому что, например, если это ночью, тогда это мистика. Или Хэллоуин. Это ж необъяснимые наукой понятия. Ну, не понятия, а что происходит в мире, которое не объясняется ничем из науки. Я думаю, что так. Чупакабра и лохнесское чудовище. Мистика – это то, что люди сами себя придумывают. Нельзя объяснить с научной точки зрения. Это страх, наверное. Нереальное что-то. Это как чупакабра, как бы говорят об этом, но его не существует. Но часто мы мистику боимся. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.